Леухина Светлана Александровна. Представляю эссе «Головановой надежды. Символ вечной памяти». Война. Какое страшное, беспощадное слово. Нам, детям, живущие в мирное время, до конца не ощутить всей тяжести и ужаса тех времен. И я считаю, что хотя бы в День Победы мы должны носить георгиевскую ленту, символ вечной памяти и благодарности ветеранам, победившим фашизм. К сожалению, есть люди, которым недорого память. Они считают, что георгиевская ленточка – это просто кусок материи. И в настоящее время ленты можно увидеть на автомобильных антеннах, на сумках, в лужах, на ошейниках для собак. Люди, постыдитесь! Разве вы не понимаете, что не имеете права вешать на свои сумки и антенны символ отличия, который составляет часть награды за подвиг на войне, на поле боя? Или вы все еще не понимаете, какой ценой досталась вам победа? Я и моя семья уважительно относятся к георгиевской ленточке, и мы решили, что не будем привязывать ленточку на сумке или куда-нибудь еще. Мы приколем ее на грудь, ближе к сердцу. И каждый год в этот знаменательный день мы носим этот символ чести и доблести, омытый кровью наших предков. В России ежегодно с 24 апреля по 12 мая, начиная с 2005 года, проводится акция «Георгиевская ленточка». Особенно трепетно к акции относятся ветераны войны и труда. Для них георгиевские ленты – это символ памяти. Я считаю, что в наше непростое для страны время нужно делать как можно больше подобных акций, чтобы показать уважение и благодарность ветеранам-фронтовикам, чувство гордости и признания роли нашей страны в борьбе с мировым фашизмом. Главное – не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, а нам и о ком мы должны помнить.